Дорогие друзья, братья и сестры, все соработники нашего служения, приветствую вас из благовествующего Сиона. Вот здесь позади меня, это въезд в город великого царя, в Иерусалим. Друзья, у нас особенное время. Мы знаем, что тьма покрывает землю и мрак народы. Но Господь обещал, что над нами воссияет сам Он, и слава Его явится над нами. Это особенное время Песаха, друзья. Мы справляем этот Песах в эти дни со своими семьями. Пусть Господь Иешуа благословит каждого из нас. Давайте будем помнить, что Бог Отец сделал для народа израильского. Он вывел его из Египта, вывел из рабства, вывел из места, где было тесно ему. И Господь Иешуа, Он взял на себя наши грехи. Он взял на себя то, что было против нас. Он изменил наш суд на милость. Давайте будем помнить это. Люблю вас, благословляю. И пусть Господь Иешуа Амашех будет пред вашими глазами, как распятый агнец, всегда и везде. Шалом из Иерусалима.